В этом году активность проявили трудовые коллективы. Для удобства медики выезжали прямо на предприятие и вакцинировали сотрудников, так что им даже не приходилось покидать рабочие места. Медики говорят, что коллективный иммунитет поможет значительно снизить показатели заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями. Но даже если заболеть гриппом в первые недели после вакцинации, он будет протекать легче и с меньшим количеством осложнений. Поставить защиту от опасного заболевания еще не поздно. Для этого необходимо обратиться к своему участковому врачу или в регистратуру городской поликлиники.